направляемся в сторону верблюжьей какой-то, то ли фермы, то ли чего-то еще. Одним словом, тут держат верблюдов. Туризмо, Рурал, Ферингхаузер, Ля Пальма. Очень интересно. Непонятно только, что написано, но очень интересно. Вон там мы видели верблюдов. А, вон они стоят же, да? Да. Вон они есть. Да. Лежат, да-да-да. Сейчас посмотрим, что это такое. Что они там делают. Места обалденные. Вообще, зачем здесь верблюды находятся? Не совсем понятно. Может быть, здесь эта дорога тоже вниз идет? Нет, оттуда? Это... Нет? Через луга. Через луга. Везде ящерицы шмыгают вон там. Этих. Слышь, ящерицы? Ящерицы шмыгают. Ага. Да? Что-то они тут делают, эти верблюды. Пойдем здесь. Травушки, буравушки, пройдемся. Надеюсь, тут собак нет. У них везде собаки на этих Канарских островах, куда ни глянь. На каждый дом 5 собак. А вот смотри, здесь уже 6, видишь, верблюжий валяется везде. Кроме верблюдов, больше ничего здесь нет. Какой-то верблюжатник. Посмотри, вон те вот штуки, это... на спину. И с двух сторон людей можно сажать. Вроде бы, не знаю, так это или нет. А! Где, где? А, лежит готовый, да? Пойдем дальше. Да? Да, здесь вообще кайф. Здесь как альпийские эти луга здесь. Это самый зеленый остров на самом деле. Реально. Вот я не знаю, что они делают, но дело в том, что у них вот эти, видишь, эти штуки,
Они для чего? Для того, чтобы на них кататься. А-а-а. То есть помнишь, как вот эти аттракционы? А, может быть, здесь приходишь и потом катаешься. Вот что-то такое тут должно быть, скорее всего. Или они здесь, эти аттракционы, или где-то они есть, эти аттракционы, но для чего-то они их используют. Просто так они здесь не будут стоять. Так, что ж, мы пойдем вперед. Друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.